Пакистане трансгендер впервые стала телеведущей. В Пакистане телеканал взял на работу первого в этой консервативной мусульманской стране ведущего трансгендера. У Марвия Малик есть журналистское образование. В Пакистане женщина-трансгендер впервые получила должность диктора на телеканале. Как сообщает CNN, после 3 месяцев стажировки на частном телеканале Коухенур Марвия Малик приняли на работу. У нее есть журналистское образование, ранее она работала моделью. Малик уверена, что работа на указанной должности поможет улучшить отношение к трансгендерам в стране. В Пакистане трансгендеры сталкиваются с дискриминацией, многие из них не могут найти работу. Ранее ученые выяснили, что мозг трансгендеров отличается от женского и мужского мозга размером островковой доли. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.